Володимир вірить, сьогодні буде не гірше. Здравствуйте всем! Володя, да. Ти знову до нас? Та да може. Слухай, рідчайший случай. Я повністю пам'ятаю твою пісню. Чупакабра по деревне ходит, чупакабра ужасы наводит, чупакабра очень страшный зверь. Лучше не встречать его. Поверь! Завалю. Скажи, будь ласка, как изменилось твое життя после твоей всеукраинской славы? Изменилось насчет того, что меня узнают, автографы просят, фотографируются. Ну, люди везде узнают, то есть в любом городе, куда бы я ни заехал. Серьезно? Серьезно, без всяких там. И давай я угадаю, и никто не сказал, что погана песня, никто не сказал? Не, никто, да, наоборот, говорят, нормально. Какую сегодня песню ты нам... Сегодня я хочу спеть песню «Вампир», это типа чупакабры там, в таком духе. Вампир, вампир, давай. Давай. Вампир. Это ты думаешь, сейчас услышай текст. Мне посоветовал товарищ мой обратиться к бабушке лесной, чтобы жена меня сильнее любила. Надо выпить эликсира. Может быть, когда-нибудь темной ночью во сне своем увидишь ты вампира. Знать, что это я пришел к тебе, родная, под влиянием эликсира. Я перебрал, пока дошел домой, вампиром стал. Позвал жену, хотел ее обнять, она стала вдруг испуганно кричать. Может быть, когда-нибудь темной ночью во сне своем увидишь ты вампира. Знай, что это я пришел к тебе, родная, под влиянием эликсира. Спасибо. Як люди зустрічають тепло, да? Спасибо! Сергей Васильевич, а Сергей Васильевич проглотил язык вообще от таких слов. Сереж. Ну, я в восторге. Спасибо. Я так же, как зрители в зале, не могу прийти в себя, потому что это самородок. Очевидно, это готовый артист. Здесь ничего не надо делать, здесь все уже давно сделано. Конечно, я говорю, да, ничего другого от меня тут не услышит. Володя,
Да. Я тобі хочу сказати, що абсолютно без натягу. Ну, ти з претензії на геніальність. Так? Я не претензію, я просто пишу. Ні, це не смішно. Насправді, ти так вмієш написати слова, це Божий дар. Я розумію, спасибо. Що ти не, я розумію, що спасибо. Ти не співаєш. Я не спасибо. Я розумію, що ти не можеш співати чужі пісні. Тобі це не дано, але тобі дано клеїти слова в гарному значенні цього написав, слова. Да. Ну, браво, що тобі можеш сказати? Спасибо, Ігор. А приспів про «Попад влиянням еліксира» — ну, це best. Ну, да. Іра, ти не слышала Чупакабри. Ну, я вже її навчилась виговорювати. Чупакабра. Чупакабра. Я в шокі. Що скажеш, як автор? Да я в шокі. Все, як автор. Подсиживают меня. Что я могу сказать? Я никого не хотел бы, просто шучу я. Это очень круто, спасибо. Правда. Это очень позитивно, очень круто и гениально. Спасибо. Гениально, говорю. Спасибо. Ну да, талант авторский на грани фантастики. Причем народная любовь. Она просто так не... Просто так не дается. А что? Ну, ты? Все? Забери, пожалуйста, микрофон. Тому що ти абсолютно унікальний екземпляр. Ми тобі зразу кажемо, ти виступаєш у якості запрошеної зірки. Ти в фіналі 5 січня 2013 року співаєш свою нову хітяру. Дякую вам, Серега, Ігор. Іра. Спасибо всем. Яку пісню ти думаєш? Ну, ми заготуємо щось. Либо «Мільярд», либо «Хороша», «Весела». Що-то я знайду щось. Ну, щось веселое треба, таке заводне, красиве. Да, зробили мене таких, якщо б знали, Олександр. Да? Да. Умничка. Сейчас, секунду. Сейчас, хорошо, пускай будет бомбочка. На пляже мне все запомнится. Солнце, песок и лодочки. А больше всех та девочка, что прыгнула на меня бомбочкой.